С днем ангела, дорогие именинники! Есть в Евангелии притча о 10 девах, из которых были 5 мудрые и 5 по-славянски юродивые, то есть немудрые или безумные. Все они ждали жениха, и каждая ждала его в руках с лампадой. У мудрых лампады были заправлены елеем, и елей был приготовлен на запас. У немудрых, юродивых, елея в лампадах не хватило. Когда жених пришел, у них огонь уже заканчивался, как бы тух, газ в этих лампадах, и они, поправляя его, потеряли совсем огонь немудрый. Этот образ светильника, лампады, горящей, полной елея, это многозначный образ, говорящий о глубокой вере, о дарах Святого Духа, о многих других дарованиях, которые есть в верующих душах. Слово «лампада», «светильник», как раз здесь имеет в виду вот такое символическое значение. Есть имена, которые связаны с понятием лампады или светильника. Звучит оно так: Евлампий или Евлампия. Это означает благосветлый. Сегодня Святая Церковь совершает память двух мучеников, родных брата и сестры, с такими именами: Евлампий и Евлампия. Но если вы внимательны к современной телепродукции, то вы даже, может быть, слышали или видели телесериал о некой сыщице Евлампии Романовой. Сам-то сериал невеликого мастерства, однако имя само древнее уже постепенно возвращается в наш быт, и это радует отчасти. Итак, святые мученики Евлампий и Евлампия жили в Римской империи в те времена, когда за христианскую веру преследовали, и вот один из императоров издал указ о преследовании всех за имя Христа. И Евлампий возмутился и стал громко выражать свое возмущение тем, что вместо того, чтобы бороться с варварами, воевать с врагами империи, императоры ухищряются воевать с собственными гражданами и преследовать их за их убеждения. За это его схватили и привели на допрос. Там допрашивали, а потом стали мучить. Мучением для него была раскаленная решетка, на которой его держали и опекали его тело. Евлампий, страдая и терпя, потом вдруг громко воззвал: «Ведите меня в храм к вашим богам». Язычники обрадовались, думали, что сломили его волю к сопротивлению. Повели его в храм, где он громко обратился к идолу: «Именем Господа Иисуса Христа повелеваю тебе упасть». Идол, как живой, услышав имя владыки неба и земли, рухнул и разбился на части. После этого Евлампия еще с большей яростью и ненавистью вытащили из храма и замучили до смерти. Также от ран и побоев скончалась и его сестра. Данные мученики святые с такими подобными, по сути, тождественными именами говорят нам о том, что нет, в общем-то, деления на женские и мужские имена, что каждое имя в известных условиях может быть и женским, и мужским. Правда, культурные традиции разных народов закрепляют за именами их как бы родовую принадлежность к женскому или мужскому роду, и создаются целые многовековые традиции употребления тех или иных имен. Ну а с традицией спорить — дело весьма и весьма трудное. Если есть среди вас носящие такие красивые и древние имена, как Евлампий и Евлампия, мы с радостью поздравляем вас с Днем Ангела. Напоминаем вам о том, что имена эти значат «благосветлый», и что каждый из нас, как мудрая дева, должен лампаду или светильник своей веры заправлять маслом добрых дел и держать его всегда горящим, а не угасшим, поскольку с угасшими светильниками никто в чертог брачный ко Христу войти не сможет. А сегодня мы рады также поздравить с Днем Ангела Амвросия, Иннокентия, Воссиана, Феофила и Андрея. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.